Здравствуйте. Меня зовут Вадим Андреев. Я актер. Моя профессия тесно связана с человеческими историями. И я уверен, что самое ценное в мире – это жизнь человека. Жизнь каждого человека начинается с момента зачатия. Казалось бы, так очевидно, что до рождения – это такие же люди, как и после рождения. Ну не может же у мамы быть два сердца и восемь конечностей. Я не хочу даже думать о том, что было бы, если бы меня не было. Я благодарен моим родителям за то, что они дали мне жизнь. К сожалению, не все родители ценят жизнь своих детей до рождения. Сохраните лучшее в себе. Выберите жизнь.